Это вот, несмотря на то, что лов как бы запрещен официально, ребята вот пошли в море ловить явно не чаек, а бычка, на которого типа мораторий там и все такое прочее. Ну вот, ребятки, пошли в море, для нужных людей насобирают бычков там и придут. Вот. А их товарищи уже вот там, видно, что-то собирают. Так что вот так, ребятки. У кого мораторий в запрет, а кому вот оттуда можно выйти и спокойненько себе сеточками потягать из нашего несчастного и замученного Азовского моря остатки этой рыбки.